А начнем мы со специального предложения только сегодняшнего дня. Вот она, самая выгодная покупка на сегодня — платье Джамалия. 2799 рублей. Это красная цена и самая выгодная покупка на сегодня. Красная цена, и я выбрала сегодня для себя яркий красный цвет. Мне очень нравится, когда ярким платьем женщина решает все свои проблемы. На самом деле, я раньше думала, что женщины боятся красного цвета. Но сегодня я поняла, вы многие уже заказываете для себя именно красный цвет. Не нужно даже пользоваться декоративной косметикой. Надели красивое платье, наше настроение улучшается. А самое главное, у нас улучшается наша фигура. Пропорции, которые становятся и приближаются к идеальным. Платье в футляре из потрясающих тканей нового поколения. Платье Джамалия. Все секреты в прямом эфире с Ольгой Гридуновой. Ну что же, видишь, вот идеальная фигура со скидкой в 1600 рублей. 2799 рублей. Как часто мы перед каким-то мероприятием садимся на диету, чтобы похудеть. Худеть не надо. Надо правильно выбирать платье. Платье Джамалия. У нас несколько расцветок, 4 цвета на выбор. Если я сделала свой выбор в пользу красного, то многие женщины предпочитают цвета гармонии, такие как васильковый синий. Далее, посмотрите, если вы любите зеленые оттенки, зеленый цвет также в наличии в нашей палитре. Сочная французская горчица, так мы называем этот цвет, вместе с микс с желтым. Мне очень нравится, что наше платье Джамалия имеет еще и украшения, аксессуары в виде бус. Ко мне, Оля, многие подошли уже сегодня и сказали: Света, где ты купила такие бусы? Но на самом деле наше платье Джамалия уже имеет этот аксессуар. А я еще думала, надо же, Света прям подобрала под каждое платье практически одинаковые украшения. То есть украшение, которое само по себе стоит, ну, где-то 1000-1500 рублей, усыпанное камнями изнутри, сейчас мы его рассмотрим. Оно у нас 1500 рублей стоит отдельно, а у нас и платье, и украшение 2799 рублей. Звонок бесплатный, чуть-чуть не хватает до бесплатной доставки. Ну а сейчас пришло время пригласить вас уже на подиум. Наши модели показывают и демонстрируют вам элегантное платье Джамалия с ноткой секрета. Наша модель Ксюша выбирает свой размер 48, но нам сообщают, что 48 уже нет. Наша размерная линейка от 50 до 60. Наша Лаля выбирает 52 размер. Слушай, а вот как правильно выбрать размер, потому что ткани бывают разные. Вот мы смотрим сейчас, да, ткань, ну, плотная достаточно, и кажется, что она вообще не тянется. Тянется или не тянется, вот в чем вопрос. Ты знаешь, Оля, ткань очень эластична. Путем того, что это трикотажно-вискозное полотно, ткань нового поколения, мне очень нравится, что ты как заметила, она плотная. Вот такие плотные ткани убирают все изъяны и секреты фигуры на женщине. Если женщина любит носить платье посвободнее, как наша Ксюша, вы можете выбрать платье на размер больше. Я бы даже сказала многим женщинам, у кого слишком широкие бедра и богатый верх, выбирать платье Джамалия на размер больше. Лали выбрала свой размер, и я выбрала свой размер. У меня размер 52, платье на мне 52 размера. Причем, Оль, ты знаешь, вот плотность ткани убирает зону моего живота и наоборот не впивается. Ты знаешь, я помню прекрасно, как я один раз пришла за вечерним платьем, и мне очень приятная продавщица сказала: Олечка, вы знаете, вам вот все-таки нужно выбрать плотные ткани, тогда никто не заметит, что у вас животик, что у вас там сзади какие-то складочки. Я это запомнила раз и навсегда. Если вы хотите постройнеть, выбирайте плотные ткани. А платье Джамалия 2799 рублей сделает нас идеальными, стройными. И, Оленька, знаешь, что я еще замечаю? Аксессуары не только в начале платья, но и заканчивается наше платье эффектом кружева. Представь себе, какая сложная ткань. Внизу каждое платье имеет свой кружевной узор. И мне нравится, что эта перфорированная кружевная ткань никогда не потеряет своей прочности, никогда не лопнет. И то, что ты говорила, смотри, вот он, эластан, благодаря чему наше плотное трикотажно-вискозное полотно тянется, будет подстраиваться под фигуру и утягивается. Да, здорово, друзья. Но я хочу заметить, что сегодня это оригинальное платье является специальным предложением дня. И приобретая платье Джамалия, вы автоматически становитесь счастливой обладательницей украшения, которое красуется на любом цвете. Какой бы цвет вы ни выбрали сегодня, украшение в подарок от производителя. А хотите, мы с вами сейчас проведем эксперимент? Так. Если вы покупаете наше платье Джамалия, и это украшение вы можете носить на любом другом платье. Олечка, смотри, и к твоему платью стильная симметрия тоже подойдет, это украшение. Как угадали дизайнеры, когда наградили каждую женщину приятным комплиментом. Как радостно приобретать для себя модные стильные вещи, да еще и с подарком.
Да, друзья, давайте еще раз перечислим цвета, потому что многие сейчас уже думают, да, Джамалю надо брать, потому что 1600 рублей экономия. Еще неизвестно, когда еще случится на телеканале Шоп-н-Шоу. Ну, а цветов у нас для вас пока много, потому что это первое включение. 4 цвета на выбор. Я выбираю сегодня для себя яркий красный цвет. Продолжает нашу программу сочный зеленый. Скажите, ведь этот цвет правда напоминает нам изумруд. Дорогие камни сегодня в осенней коллекции на телеканале Шоп-н-Шоу. Далее идет насыщенный синий, задумчивый и даже вот такой вот грациозный, я бы сказала. Горчичка. Вот кому бы ты посоветовала именно горчичное оттенок? Ты знаешь, Оля, на самом деле французская горчица обладает таким эффектом, идеально подойдет к любому цветотипу. Рыжеволосые красавицы, яркие брюнетки, цвет блондинки и, хотел сказать, каштанки, каштановый цвет волос тоже идеально будут смотреться. Мне очень нравится, что у этого платья есть один очень важный секрет. Это платье будет вас тройнить. Как часто женщина смотрит на свое отражение в зеркале и думает, эх, вот чуть-чуть бы мне скинуть. В этом платье вы забудете про свой вес и про свои секреты фигуры. Ты знаешь, мне это платье нравится тем, что оно двулико. То есть мы его можем надеть спокойно на работу. Ну что, однотонное платье? Прекрасно, официально. А вот этот вот аксессуар в виде бусиков, вот смотри, надели, сразу такой праздничный. Конечно. Мне очень нравится, что платье-футляр по типу юбки-карандаш, слегка зауженный к низу, имеет сзади шлицу-разрез, для того, чтобы женщины не были скованы в своих движениях. Обратите внимание, как при ходьбе красиво открывается зона колена, как стройнится сразу ваши ножки. Плюс королевская длина. Давайте приложим это платье к Ольге Грядуновой. Давай, попробуем. Давайте посмотрим сейчас на Олю Грядунову. Платье заканчивается до середины икры. Забирайте платье по цене только сегодня. 2799 рублей. Это ваш стройный выбор.